друзья, всем привет, всем доброе утро. Вот с такой красоты хотела начать свой новый влог. Сейчас расскажу, куда я иду, и все покажу. Время всего лишь 9:30. Ну как, уже далеко не всего. Вот, и я с утра решила сходить искупаться на лиман. Мне очень удобно, быстро здесь. Завтра в Ростов на операцию. И хочу, во-первых, накупаться, потому что 2 дня нужно будет лежать, не вставать. И не хочу упускать такую возможность. У нас с утра уже 28 градусов тепла. Как я уже говорила во вчерашнем видео, лиман прогрел до такой степени, что он аж горячий. И это очень здорово. У меня начал болеть левый сустав, ну, левое колено. Сустав на левой ноге, ну, не так правильно. Вот. И вчера вот полежала, я прям подолгу так надыхалась на море, и мне получше. Вон он уже, лиманчик. Одно и то же вам показывать не буду. В общем, я с утра купаться, а потом пойду отдыхать, гулять. У нас температура воды очень большая. Свыше 25 градусов, и народу столько уже. Я вчера была такой, ну, период, можно сказать, опасный, с часу до 3, вот. Но я-то обгорела, мне уже все равно, я всегда в кепке хожу с водой. Вот, плечи закрыты. А народ, видимо, сидел в это время дома. А сейчас вот с утра я там не стала снимать ближе к переходу. Ну, вот где железнодорожные пути переходишь. Там еще прям очень много народу. Друзья, прилив стал еще больше. Смотрите, прямо до кустов. Вот здесь вот, чтобы вы понимали, это такая береговая линия. Тут пляж, полоса пляж была. А сейчас прям до кустов. И вода прям горячая. Ура, все, я купаться. Солнышко скрылось. Ну, что я могу сказать? Лучше ходить после обеда все-таки. Ну, то есть после 4, когда вода пригревается. С утра она такая достаточно прохладная. Конечно, ой, смотрите, как она далеко. Прям. Такой прилив большой. Но зато чистая-чистая. Вот. Ну, сегодня в ней долго не полежишь. Так, искупаться и греться. Друзья, всем привет! Привет с солнечной Кубани, из города Ейска. Хочу вам показать такой феномен. Смотрите. Это кусты лаванды, и на них очень много-много-много бабочек. Это фантастика какая-то. Видите? Такая картина необычная, классная. Что они делают? Может, они питаются пыльцой цветов или нектаром? Не знаю. Так, я вышла немножко погулять. Еще вам, знаете, что хотела рассказать? Что касаемо недвижимости в Ейске. Конкретно мы сейчас находимся с вами на поле слез. Эх, блин, туда машина подъехала. Сейчас, минуту. Хотела показать вам дом, но я постараюсь на обратном пути его заснять. О стоимости домов конкретно в этом районе хочу сказать. Вчера гуляли с Володей. И нам знакомые говорят, тут есть домик вроде такой небольшой, вот, скромненький. Может быть, позвоните, узнаете цену. На воротах написано «Растяжка». Агентство недвижимости не продает этот дом. Вот, соответственно, возможно, это будет дешевле. Мы посмотрели, на Авито действительно его нет. Вот, и Володь позвонил. И сейчас, секунду. Это улица Герцена. Тут такие вот бывают автомобили проходят. Вот большие грузы. Ё-моё, собаки везде лают. Вот. И, в общем, стоимость этого дома скромненького 9300. Причем хозяйка, знаете, как сказал? Ну, не знаю сколько, но 9300. Вот. Это я о стоимости домов в Ейске. Нам иногда пишут там, посмотрите где-нибудь, походите, друзья, здесь знаете, какая стоимость домов, она просто зашкаливает. Просто. У меня была надежда на какую-нибудь одну там, третью, пятую, десятую дома. Но и это оказалось нереальным. То есть очень завышенные цены.
9300. Вот реально вообще ни за что. Мы потом зашли ради интереса на вид с Володей, посмотрели стоимость домов. Прям вот так вот точно. И там и по 10, и по 17, и по 27 миллионов. Это капец какой-то. Причем, знаете, ну, понятно, там люди пишут с евроремонтами, там делали под себя, да, но это было когда-нибудь, я не знаю, в 90-х годах, вот типа такого, да? Вот, или там, ну, пускай даже 2000-х, знаете, как лепнина, колонна. Но это давным-давно все устарело, мебель устарела, ремонт устарел, это нафиг никому не нужно. Понятно, что вложились и хотят как бы хотя бы часть отбить, но 27 миллионов. За 27 миллионов можно построить свой шикарный дом, купить шикарную современную мебель и сделать современный ремонт. Так, пойду сюда прогуляюсь, я здесь не гуляла никогда, не вижу название улицы. Вот. В общем, вот такие дела. Что касаемо Ейска, посмотрите, какая здесь красота. У нас одно цветение каких-то цветов и деревьев сменяется другим. Вот сейчас, я не знаю название, вот такие цветочки зацвели. Деревья все плодоносят. Вишни в этом году было мало. Вот, абрикосов много, яблок очень сильно много. Мы так вот сейчас вот так вот покажу вам. Вот так улицу. А, вот, улица Космонавтов это. И мы с Володей уже собрали там часть яблок, они падают. Из подлиц сварили. И компот наварили. И шарлотку сварили. Я хотела варенье сварить, а Володя взял вчера, перемололся его на кухонном комбайне. С сахарком присыпали. И такая вкуснота была. В общем, мы съели таким образом где-то килограмма, наверное, полтора-два. Вот, в общем, смотрите, небо чистое, купаться бы идти. Ну, я не знаю, одна, я, наверное, не пойду без Володи купаться. У меня, ну, так, ограничение по движению есть. Вот, ну, возможно, завтра, наверное, завтра-послезавтра схожу обязательно. Вот, а сегодня, не знаю, может, пойду после обеда. Сейчас просто уже время к 12 близится, и как-то... В пекло, в жару я, в общем, не выхожу на улицу. Море теплое. Вот на самом море я не была прошлую неделю. И видео выставляют в группах местных, что был ветер. И оно было такое, ну, вот, с глиной, цвета кофе с молоком. Ой, как красиво тут. Ландшафтный дизайн, дома такие красивые. Вот. И, в общем, такое мутноватое было. А на лимане я купалась на прошлой неделе. Он очень сильно теплый был. Вот сейчас покажу красоту. Вот он был очень сильно теплый, прям прозрачный. Купаться было одно удовольствие. Вот, вот такая у нас погода. Поэтому отдыхающих очень-очень сильно много. И знакомые говорят, и... Пока сижу дома, бывает, смотрю ролики других блогеров. В общем, на пляжах огромное количество отдыхающих. И много-много купаются. И когда пишете, что как, Ирина, спокойно ли, можно ли ехать с детьми, знаете, никто не побоялся, народу очень много. Поэтому, кто его знает, ну, не знаю, я бы не побоялась. Жить мы здесь не боимся. И когда читаем какие-то новости, еще что-то, знаете, как-то, если честно, наплевать. Все будет хорошо. Сливы очень много в этом году. Ну, она еще такая зеленая. Тут я смотрю по заборам. Вот до 12 еще гулять так более-менее можно. Но, знаете, уже такое-то марево. Ветерка нету. И так это душновато. И дела все, если там, ну, какие-то мне, какие можно делать, я вечером все делаю. Когда уже вот этот марево сходит, либо включаю вентилятор. Вот так, чтобы прохладнее было. И прям, конечно, красота вечером. Ну, вечером тоже ветра нет. Вот если не вентилятор, а кондиционер, то жарковато будет. Вот я говорю, постройки в Ейске разные, видите?
То есть понятно, что у разных годов постройки сейчас красивые очень дома такие современно строятся. А это все еще во времена лихих 90-х строилось. Ну вот такой вот. Вот там, я не знаю, с деревьями видно. А огроменный дом. Он просто огроменный. Куда такой? Ну, посмотрите, это просто капец. Это замки, а не дома. Многие блогеры снимают сейчас туристическую часть, да, для отдыха. А мне хочется показать еще такое, как я называю, есть изнутри. То есть вот так вот. Какие дома тут бывают еще в районах, в других районах, в спальных районах. Вот, друзья, смотрите, сколько яблок. Давайте я поближе подойду. Ветки прямо ломятся. Вот у нас тоже так много яблок. Мы этому очень сильно рады. Компот пьем вкусный. Вообще просто вкуснотень. Вместо водички компотик из холодильника. Просто супер. Везде собачки лают. Ой. Так, а мы сейчас с вами свернем. Так, сюда вот на улицу. Здесь тоже пройдемся. Так, на нашем канале тоже, друзья, будут видео дальше и об отдыхе, и опять о недвижимости. Вот, у меня в четверг последняя операция. Ой, я уже запуталась. 7-я, по-моему, да? Я написала как-то, что к 8-й готовимся. 7-я будет, 7-я по счету. Вот, и потом на долгий период, там до ноября месяца, сейчас машина проедет, будем жить обычной жизнью. Планирую выйти на работу. Вот. На свою работу, на той, которая работала до операции. Попробую поработать. Вот. Так, ограничения будут мне чередовать труд и отдых. Я руководству сказала, что мне нужны будут перерывы. Вот, зрительные. Такие. Вот я потому что работаю с компьютером. И, в общем, и мы продолжаем поиск дома. Будут, ну, по крайней мере, будет видео, вот, о просмотре дома, домов, не знаю, как там что сложится. Вот, все покажем, все расскажем. Спасибо огромное всем, кто от нас не отписался, вот, кто пишет комментарии, за ваши драгоценные пожелания. Огромное спасибо, вообще прям низкий поклон за пожелания здоровья, добра. Вот, поэтому всем огромное спасибо. Ой, друзья, у нас такое марево, так жарко. Но я очень сильно рада. Вон тоже бабушка. Бабочка летает. Я очень сильно рада, потому что так сильно хотелось прям прогреть косточки. Когда мы с Володей вчера тоже гуляли, ходили, я позавчера ли. Я говорю, так хочется, знаешь, прям прогреться. Он идет жарко. Я говорю, а мне здорово. Прям он говорит, ты что, замерзла? Я говорю, а все уже под юг переформировались. Вот, и да, уже мерзнем, как истинные южане. Вот у кого-то очень красивый вот такой вот ландшафтный дизайн, деревце. Видите, специальный заборчик такой небольшой сделали. Вот, а тут вот, видимо, на продажу, наверное, бурьян. Сплошной бурьян. Вот, ой, какая красота тоже. Бирюзовым цвете все сделано. Ну да, что-то непонятно, вывески нету. Может, на Авито где-то стоит на продаже. Иду в сланцах, шуршу. Стараюсь на дорогу смотреть и вам показывать дома, которые у нас здесь бывают. Кстати, на продаже очень много домов. Прямо очень-очень много вообще. Мы по карте с Володей посмотрели. Были сильно удивлены. Вот таких вот богатых, дорогих. Вот видите, на 3 гаража. Вообще классный дом. Но почему-то не живут. Вот видите сейчас, какие красивые новые вот дома уже. Тоже огромные, конечно. И дом красивый, забор такой красивый, современный. Это мы по улице Луговой идем. В сторону улицы Герцена. Ну, тут еще, видите, построить, ну, строительство. То ли идет, то ли закончилось еще. Мусор не вывезли. Так. Ой, вот эти мне 2 домика нравятся. Такие красивые, прям одинаковые, один в один.
Так, мы к тому дому не пойдем, который я хотела вам в начале ролика показать. Там хозяева приехали. Не было эти дни хозяев, вот на выходных. Мы звонили по телефону, а сейчас хозяева приехали. Не удастся там поснимать. Вот такая любовь. Лиси лижет Симбу. Обняла его. Ой, я Симбочка лапки сложила. А теперь себя. Главное, чтобы драки не случилось. У них, как правило, драка потом. Всего пошла. А она начинаешь тыкать мордой камеру. Сразу вот слушай, да, они почему-то, они вот чувствуют всегда, когда съемки начинаю, и всегда прекращают. Может, никому не нравится, когда морду тычут камеры. Мне в том числе, блядь. Шо? Компотик пьешь? Володя на обед пришел. Сидор. Быстренько покушал сидор. Мы компотик сварили, вкусненькие. Из холодильничка пьет. И еще у нас вот такой прикол. Здравствуйте. Я включила подсветку, поэтому у него глаза светятся. Вот такая ерунда у нас была и в Дзержинске, когда мы жили. Тимоша почему-то любит стиральную машину. Залазить и там спать, лежать прям подолгу. Вот какой-то феномен у нас. А просто она вот теперь огромная. А мы еще, да, мы когда покупали стиралку, взяли на 7 килограмм, и Володя... На 8 даже. И Володя говорит... Говорит, это, вот Тимоша будет просторненько там лежать. Ну, пожалуйста. Как говорится, не прошло и года.